Преступник обвиняется в том, что ограбил магазин «Пятерочка» и вынес оттуда 40 купонов на 30% скидки. Адамс, Адамс Литвинов, по-моему. Итак, всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и прямо сейчас мы с Даной находимся на 7-м сервере. Наверное, перед моим вступлением уже будет вставка с стрима. Короче, это опять тот челик, как и в прошлом видео, с лучшим уходом от полиции. Я уже уверен, что получится годный видос, потому что едет пиздец просто. Дана, ты что-то хочешь вообще сказать? Привет. Нет, ты должна была сказать, подписывайтесь на инстаграм DanaDana0202. Ну вот, спасибо, что сказали. Ну ладно, да, сейчас вот инстаграм тоже на экране высвечивается. Короче, ребята, мы играем на проекте МТА Провинция, это 7-й сервачок. Обязательно, кто хочет, переходите, подписывайтесь. Куда подписывайтесь? Переходите, регистрируйтесь, скачивайте лаунчер, начинайте развиваться вместе со мной. Ну а мы ждем полицейских. Я опять в роли стрим-снайпера, который палит стрим справа на втором мониторе. Ну ладно, сейчас не об этом. Да, на машину. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас документики достану. Ой, достану. Из машины документики сейчас достану. Ебать, народа! Наконец-то нормальная погоня. Как я долго ее ждал. Как я долго ждал такую крупную погоню на провинции. Оп. Фига, красиво, кстати, было. Ай, не надо. Не, извините. Проходим, проходим, пипец, проходим. Дофига. Их очень много. А, бомжик с нами. Да, 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 он к нам сел. Он говорит, Бублик, я хочу к вам. Я остановился, вот сел. Так, за нами огромный. Один ушел. Нет, не ушел. Смотри, сейчас красиво будет. Есть, есть! Запутал, запутал, запутал. Они друг друга сносят просто. Ты видишь? Они друг другу мешают, только одна ешка, она на встречке врезалась, они все размотались. Они абсолютно все размотались. Что он говорит, интересно, ты слышишь? Ой, пролетел чувак. Ебать. Капец, я красиво сейчас развернулся. Капец. Блин, цешка вообще кайфовая, мне прям нравится на ней дрифтить. Красиво, красиво, красиво. Автобус на виниле, что? А, это с радио провинции, наверное, автобус. Ну, мы, кстати, не устраивали ДТП, мы вообще мимо проехали и друг друга сами врезались. Я просто успел между пролететь. Не поворачивайте, спасибо. Спасибо. А какой у него ник? Я не помню, какой у него ник. По-моему, вот это он едет за нами. Не, а, ну да, да. Он вторая машина. Да, вот это вот ППСики. Ну, сарай, идите нахуй. Не слушайте его, не слушайте. Еще раз оскорбишь ментов, пешком пойдешь, понял? Потому что нехуй, блядь, на ровном месте оскорблять. Потому что вот это менты, вот это менты. Полицейский. Полицейский. Надо будет потом прочекать, я надеюсь, там было слышно, что я осудил эти слова. Сейчас откинуть. Блин, я так, я уже устал поворачивать повороты. Как это тупо звучит? Ну, в плане того, что я постоянно во что-то врезаюсь, если поворачиваю. О. Так, ну мы отрываемся. Эй. Блять, если бы не кочка, я бы сейчас с кайфом поехал. Вообще лютая тема. Ему донат пришел вроде на 100 рублей, спорим, что не поймаешь. Реально? Да. И что он сказал? Вроде да. Не слышал. Там музыка была. Жесть, 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 жесть. Это очень люто, блин, такие, как я давно не испытывал те ощущения, когда за тобой едет 100 миллионов патрулек, ты едешь на цешке. Всеволод Вайт, о, это тот самый Всеволод Вайт, который, ой, хотел меня подрезать, а я притормозил, ну обидно получается. Ой. А, тот самый Всеволод Вайт, который меня расстрелял в прошлом ролике, он потом написал комментарий, что типа, туда-сюда, Бублик, извини, я вообще забыл реально о том, что нельзя расстрелять с водительского. Но я, в принципе, в видосе сказал, что никаких претензий к нему не имею, но раз он такое написал, то ему вообще плюс реп. Теперь мне пытается подрезать, но я очень осторожно себя веду. Блин, вот опять, где 4 патрульки? Всего 2 машины за нами едет. Они 300 IQ, они сейчас обгонят. А ты вообще на чистой? О, реально стоит, смотри. А, я вам пустая. И это пустая, они повылетали, что ли? Стоит, 2 патрульки стоит. Красиво навариваю бачком по круговому. А он на встречку едет, а зачем?
А Ешка мимо проехала. Я теперь сюда еду. Как это круто. Я стараюсь еще прям в пол не давить, потому что Цешка на фулл стриджах, она неуправляемая, и мне приходится немножко подтормаживать. Но они прям за нами. Прям вот в упор. Бомж сдохнет по-любому. Смотри, новые автобусы ездят, ЧТПшники прям кайфуют, я смотрю. Кто-кто? Самый счастливый сейчас на сервере это ЧТПшники. Опа, минус один. Кто-то вылетел. Ты видела? Может, кто-то пинганул так. Думаешь? Мне кажется, да. Ну, его нету, Матео Ричард же был. Ой, а я вот. Это, кстати, не я сейчас таксиста подрезал. Там останавливайся. Это мент. Сам будет останавливаться. По факту. Просто машина бы осталась. Ну, кстати, ты права. Да. А. Ой, блядь! Я, дайте я плачу по-братски, да я плачу. Я дико извиняюсь. Ты чё орёшь, уёбище? Будешь орать, сейчас будем стоять ДПСников вызывать еще за то, что выпендриваешься, еще штраф получишь, ты понял? 5000 тебе хватит, там ремонта максимум 300 рублей, так что не выпендривайся. Давай. Спасибо, товарищи ДПСники, что подождали. Продолжаем. Спасибо. Ну, надо уходить! Надо уходить, я считаю то, что мы уже достаточно с ними пока... Ну, я ушел! В Волгу! Блин, опять оплачивать надо. Надо за ТП. Я эти кочки манал. Ну, спасибо, что хоть ждут. Во, возьми 5 и извини, пожалуйста. Да я шатал кочки эти, вы че? Я не виноват! Блять, ну это кочка по-любому дана, кочка. Ой, они тоже, кстати, врезались в этот столбик. Блин, эти новые автобусы такие прикольные, везде стоят теперь. Седьмой сервер вообще какой-то очень живой, 440 человек. 8:30 вечера. Прям много людей. 440 это самое оптимальное, я считаю. По онлайну. Давай выйдем из города, ну по приколу, почему бы и нет. Все равно они пытаются отыгрывать и типа не стрелять. Ну сейчас они нас правда могут расстрелять. Но все же. Воспользуемся ситуацией немного. Он не знает, что я торможу. А я торможу. Ой, чулочка. Даночка. Капец тебе. Думаешь? Я еду, все хорошо. Я еду. Они врезались, я видел сзади на карте. Он уже подъезжает, так что езжай. Ёпта, что происходит? Я вот поехал по встречке, все менты, которые сзади врезались, все ехали, которые, они все поврезались. У меня есть шанс. Аккуратно. Машина дымится вообще люто. Эвакуатор. Кстати, можно было бы воспользоваться услугами эвакуатора. Считается, что я починился во время погони, да? Ну вообще это эвакуатор, это как бы дефицит на проекте, может не будет считаться? Я считаю, что не должно считаться, что будет, я починился. Будет. Кого? Будет. Да не надо, зачем? Ну а пока мы, короче, катимся, я уже планирую, что мы уходим, потому что я сейчас выезжаю, еду в... Кирпик. Какой пидорас. Он к тебе побежал, Дана. Он перепутал. Вот мудак. Он на встречку, они меня поймают из-за этого. У меня сейчас цель этого мудака догнать, который на встречку вылетел. Он убегает. Еще ладно бы сейчас подошел, сказал бы, типа, чувак, извини, я случайно. Он специально это сделал. Да не. Думаешь? Не, нечаянно. Да, он... Тупой, извиняться. Ой. Или там не мент был? Вот, там мент? Вот этот, красный был. Ну, плевать на него. Я в лес побежал. Они за мной бегут, да? Блин, ну... Если он случайно, то я беру свои слова с оскорблениями назад. Но если нет, то все, что я сказал, в X2 формате. Вот. За мной бомжик бежит. Прыгает, бэхопит.
они стреляют в меня тазеров и не понимают, что слишком большое расстояние, и я не упаду. За мной сколько метров? Че стоит, смотрите, там на фоне Дана палит. Бы хопит. Два раза бы хопнул опять. Я палю тебя, Хакана Би. Разъеби, блядь. За мной куча метров. Блин, а почему я дождь не отключил? Я обычно всегда отключаю. Дождь вообще не в тему. Да не бы хоп, алло. Если он меня поймает тазером, когда будет бы хопить, я осуждаю такие действия. Никто не бы хопит, только вот этот Хакана Би. Больше всех, походу, хочет меня поймать. Аби. Кого еби? Никого не еби, аби. Ну, ладно. Есть интересная какая-нибудь машинка там, ну, рандомная просто. Я просто так... Опять ЕПП шит. Осуждаю ЕПП. Осуждаю ЕПП! Попався, который кусался. Дубинкой. Повезло им. Ой, блядь, 130 тысяч штрафов. За что дубинкой, блядь, за что? Я стою. За что дубинкой? Он, кстати, бэхопил, осуждаю такие действия. Я заливать, конечно, не буду, но больше не бэхопи. Объясните ему, что бэхопить нельзя. Да. Где этот чел? Кто за мной ехал на Ешке прям впритык? Дальнейшие действия я показывать особо смысла не вижу, но скажу вам так, все закончилось хорошо. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр, огромное спасибо полицейским, которые устроили эту погоню и дали мне записать такой контент. Было очень весело, надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.